В середине февраля представители городской мэрии были уверены, что садик откроется для детей уже к началу весны. Но сейчас, как и тогда, постоянные обитатели этих стен – рабочие, которые устраняют недочеты. Объект готов, но не на все 100. В бассейне, на который все так обращали внимание, можно уже купаться. Но получена еще не вся документация, не хватает некоторого оборудования и кое-что придется исправить по части внутренней отделки помещений. Садик не начал свою работу, в том числе и из-за вот этих вот шкафчиков, которые были закуплены, но не соответствуют изначальному проекту. Их основание должно быть металлическим, а вот здесь должна быть решетка, чтобы шкафчики можно было поставить над батареей и вещи, находящиеся внутри, сушились. Но кому-то теперь эти огрехи придется переделывать. Заказчик разговаривал с представителем того подрядчика, который поставляет мебель. Он, ну, нашел заказчика как договоренности, как он это сделает. Теоретически я знаю, что понимание техническое есть, как бы финансово они, в общем, тоже договорились. По словам подрядчика, общая готовность объекта 98%. На исправление недочетов рабочим потребуется около 2 недель. При этом общественники их не торопят. Результат должен быть идеальным. Пускать сюда детей и параллельно доводить до ума этот объект недопустимо. Дети, родители, которые приходят в этот садик, у них не должно быть вообще никаких замечаний. Вот это главное. Ни замечаний, ни жалоб в процессе эксплуатации. Потому что мы все-таки в Новгороде смотрим на окружающую действительность и понимаем, что надо делать вещи не просто сегодняшнего дня. Кроме того, оценив готовность садика к сдаче, общественники обратили внимание, что их задача не только донести до новгородцев объективную картину того, что здесь сейчас происходит, но и в случае надобности помочь исполнителю проекта решать возникающие проблемы. Кстати, сам он полагает, что такая помощь не понадобится. Через 2 недели садик будет сдан. Максим Широковских, Андрей Шестаков, новости Новгородское областное телевидение.